Открывается страница, что нас ждет на этот раз. В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ. Зазвучит и заиграет, затаится, засверкает, загрустит и улыбнется. А затем, затем, затем добрым словом отзовется всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и наступили праздничные дни. Всюду подарки, гости, елки, спектакли, концерты. Но кто-то и просто от работы отдохнуть не против, да неторопливо с другом почаевничать да порадоваться. Как наши с вами знакомые, Ивановичи. Помните Сапожников? Вот и отлично, потому что сейчас я хочу вам прочесть еще одну историю о них. Послушайте ее. Жили в одном городе два сапожника, два Иваныча, Яков Иваныч и Ерофей Иваныч. Ох, и хорошие были мастера, слух о них повсюду шел, из других властей приезжали заказами. И вот однажды... Ах, мощеные, ах, дороженькие, пожалейте вы, сапоженьки. Пожалейте вы, да ботиночки, тротуарчики и тропиночки. Ох, хорошо сегодня, душа так и поет. Да. Праздник. И главное, погодка подстать. Опа, можно и делом заняться. Яков. Что? Я говорю, сегодня хорошо, празднично. Ну, и что ты стоишь? Яков, я говорю, сегодня... Хорошо, празднично. Как же это я забыл, праздник-то сегодня какой, а? Яков, Яков. Ну, задумался, забылся. Что, Яков, сам-то? Не, за меня можешь не беспокоиться. Я в празднике ни за что работать не буду. А я что, буду, что ли? Значит, договор? Сегодня никакой работы? Договор. Так. С праздником. О, с праздником. С праздником, милая барышня. Ой, я вижу, я не вовремя. Да что вы, в такие дни гости всегда вовремя. Присаживайтесь. Да нет, 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 спасибо. Я зайду попозже, когда вы отчаевничаете и работать начнете. Так это вам до самого крещения ждать придется. Нам делать святки. Это как же до самого крещения? А что ж я все это время буду дома сидеть? Это в каком смысле-то? А в самом плохом. Сейчас посмотрите. Вон везде музыка, праздник, все друг к другу в гости ходят. А у меня, посмотрите, вон, каблучок почти что отвалился. Барышня, простите, но в празднике работать... Так а я вам заплачу по праздничному подороже. Нет, мы с Яковом договорились, никакой работы. Это точно. Вот чайку, если хотите, пожалуйста. Не хочу. Я хочу башмачок починить. Ну, простите, барышня, ну никак нельзя. Погодь, Ерофей, и вы, барышня, погодьте. Чего это ты удумал, Яков? Вот что... Вот вы мне скажите, что самое главное в праздник? Чтоб душа радовалась. Вот. От чего душа радуется? От добрых дел. Поэтому никакой работы. А только добрые дела. Правильно. Давайте ваш каблучок, я посмотрю, что там с ним. Ой, спасибо вам, господа сапожники. Повреждения-то тут так себе. Да. И какую же цену назначаете? Да никакую, это ж не работа. Нет, как-то я так не согласна. Меня папенька учит уважать труд людей. Правильно, правильно папенька вас учит. Только мы с вас ни копейки не возьмем. Это точно. Как это? Нет уж. Тогда я буду сидеть дома. Давайте-ка обратно мой башмачок. Да как же это, ну? Вот так вот. Да тут осталось только подбить. Или назначайте цену, или отдавайте башмачок. Я пойду домой. А как непросто добрые дела-то делать. Да. Может, передумаете? Назначайте цену. Назначаем. Погоди, Ерофей, да какую цену-то? Праздничную. Подожди, что-то я не понял. Ай, верно. Цена будет праздничной. И какая же будет цена? Песня. Вы петь любите? Люблю. Я даже с учителем пения занимаюсь. Ну вот, вы нам песню. А мы вам каблучок. Спою с удовольствием. Слышишь, песенку поют там и тут, там и тут. И гостей повсюду ждут там и тут, ждут.
тут гостей, а на елках огоньки. Там и тут, там и тут, в эти славные деньки для детей зажгут. Вот такая история, дорогие мои. А о чем она? Думаю, всем и так ясно. О том, что добрые дела всегда и везде уместны. Ну, а тот, кто лишает себя добрых дел, тот лишает себя праздника. Потому что каждое доброе дело – это маленький праздник для наших душ. До новых встреч, дорогие друзья! С Рождеством вас Христовым!